В минувшее воскресенье в Шымкенте наступила зима. Обильный снегопад, который начался с воскресного утра, в этом году не застал коммунальные службы врасплох. Для уборки улиц от снега сразу же были задействованы 60 единиц спецтехники. В итоге более 1300 километров дорог были засыпаны инертными материалами, соль вперемешку с песком. Не забыли коммунальные службы и о тротуарах. Почти 1500 человек, вооружившись лопатами, принялись за уборку. Сегодня продолжаются работы по очистке общественных дорог второго уровня. Что касается работы общественного транспорта, то с раннего утра понедельника на линию смогли выйти далеко не все автобусы. По заверению представителей транспортного отдела, на линию вышло 80% автобусов. Ежедневно на линию должно выходить 1200 единиц общественного транспорта. Сегодня с утра мы получили сведения о выходе 80% автобусов. Но реальность оказалась менее радужной, нежели сообщили чиновники от транспорта. Так в диспетчерском центре дали совсем иные результаты. На данный момент на линии 377 автобусов в сети. Утром было 245. Остальные где? Остальные выходят. О нехватке общественного транспорта говорят и сами горожане. Слабо ходят автобусы. Я почти час простояла на остановке. Нет автобуса до сих пор. Куда делись? Сколько же на самом деле вышло автобусов на линию в понедельник утром, точно сказать так и не смогли. Бахром Абдуллаев, Марат Давлетов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Утрар».